Огни, украшавшие одни из четырех звездных ворот на площади Кирова, погасли, не дожив до празднования Нового года. В ночь с субботы на воскресенье автомобиль снес новогоднее уличное украшение, после чего скрылся с места происшествия. Камера видеонаблюдения запечатлела этот инцидент. Он произошел около 3 часов ночи. Водитель, который дрифтовал на автомобиле ВАЗ-2115, врезался в новогоднее украшение, после этого покинул место ДТП. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек без водительских прав. Сейчас он задержан. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия. В отношении лихача составлены административные материалы о нарушении правил дорожного движения и кодекса об административных правонарушениях. Дрифтер должен будет выплатить 450 тысяч рублей ущерба за уничтоженные декоративные ворота. Именно столько стоит эта конструкция. В Петрозаводской администрации сообщили, что восстановить ворота невозможно.